Всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами Акамарачи, и в этом видео я бы хотел поговорить с вами о важности путешествия по миру. Смотрите, вот у меня сейчас сумка, вы можете наблюдать на своем экране, насколько важно путешествовать по миру. Я пошел за грибами в поход, потому что у меня уже сытости практически нету, и хотел насобирать грибов. Я был пустой, у меня ничего не было, и гляньте, какой у меня улов. Кто-то может сказать, что это ерунда. Я охотился за грибами, понял, что их очень мало сейчас, и решил бить бабочек по пути. Потом нашел грибные споры, нашел семена табака, нашел неплохие семена яблони, где они. Не могу найти, где яблони у меня. Ну, ладно, и семена яблони, потом нашел вот семена картошки, и я очень доволен. А бабочек я набил, это для того, чтобы... О, сейчас вам скажу, сделать свиток вспашки. Ой, блин, это я картофель сажаю, ну, ладно. Хотя хотел грибы вот эти вот посадить. Сейчас посажу грибы. И тоже, видите, прокосячил, тут место ставил. Никогда так не делайте, всегда Shift-Z нажимаете. Смотрите, куда вы сажаете. И предлагаю всегда сажать уникальные, получается, семена грибов. И вообще, стоит поговорить о том, что грибы – это очень крутая вещь для новичка в начале, потому что вы можете очень круто прокачаться на них, прокачать себе кулинарию, это то, что вам нужно. Поэтому сажайте их обязательно, когда найдете грибные споры. А мы сейчас с вами покушаем, или у меня нету, наверное, уже еды. Сейчас глянем. Да, нет у меня грибов. Значит, мы сейчас сделаем. Нам нужно две соли. Две палки есть. Сделаем грибной шашлык. Точнее, даже, наверное, три соли. И сейчас мы третью палку сломаем. Так, это у нас сук. Вот. И покушаем. У меня где-то еще был косяк, который можно курнуть. Даже, возможно, можно пойти в город и там за столом покушать. Но я, наверное, косяка этого не найду. Вот так вот у меня всегда происходит поиск каких-то предметов мне нужных. Советую всегда делать порядок на своих рабочих местах, как-то это все раскладывать определенным образом, чтобы можно было полегче найти. У меня в планах как бы то же самое сделать, но пока все никак не дойдут руки у меня. На это нужно время. Так, грибной шашлык, вот он как делается. Три штуки мы можем сделать. У нас есть немножечко магния, то есть это наша мудрость. Следовательно, мы прокачиваем свою кулинарию этой штукой. Почему делаем именно грибной шашлык? По-моему, я уже не раз показывал, объяснял. Потому что он дает нам магний, и из-за этого мы прокачиваем у себя готовку. Еще даже можно не кушать. Можно подождать, когда он будет вообще голодный, прям до нуля. Вы не умрете сразу. Там будет по чуть-чуть отниматься жизни. Все-таки надо найти косяк. У меня же где-то был он. Где-то он у меня валялся. Я вот только не помню, куда я его положил. Вот так всегда. Положишь что-то куда-то. Видите, у меня куча костей, но у меня только три бумаги. Три бумаги. Из-за чего я могу только сделать три свитка. Давайте бумагу заберем, потому что свитки тоже обязательно сделаем. Да, косяка нету. Косяк, потому что нету косяка, ребят. Ах, ладно, тут у меня семена, еда. Всякая другая тема. Как видите, еды, рыбы у меня тьма. Ладно, нету так нету. Тогда сваливаем. Куда мы сваливаем? Наверное, никуда мы не будем сваливать. Давайте съедим.
Смотрите, повысился магний. Давайте еще скушаем. Еще 4. Еще 6,82. И мы можем, в принципе, еще сейчас сделать один такой грибной шашлык. И еще съесть. Грибов насобирал я неплохо. С учетом того, что их сейчас по миру мало. Потому что люди собирают. Да и сейчас вроде как новичков, я смотрю, поприбавилось. И все, естественно, хотят как-то прокачаться. Все собирают эти грибы. Поэтому обязательно выращивайте грибы у себя на участке. Не поленитесь, даже если у вас пока что нету плуга, копайте лопаткой. Ничего страшного, я так тоже делал и не умер. Занимает больше времени, согласен, но это того стоит, уж поверьте мне. Так, смотрим. Вот. Прокачка идет, отлично. И еще 11 грибов мы еще сможем сделать с вами. Еще по один гриб найти и смогли бы сделать 4, 3 точнее, шашлыка. Уникальность 12,5, это, конечно, очень мало. Так, давайте съедим с 12. 67 у нас этот. Мы переели с вами. Персонаж будет двигаться крайне медленно из-за этого. Но нас это сильно не волнует. Мы сейчас пойдем делать свитки вспашки. У меня, по-моему, 2 штуки есть. Сейчас сделаем еще. Кстати, последний мы зря, наверное, шашлык съели. Да, вот дам совет. Когда вы переедаете хотя бы чуть-чуть, у вас не засчитывается этот белки в организм. В организм не засчитывается. Это, кстати, очень плохо. Я все время об этом забываю, когда вот так хочу съесть. Ай, костей не взяли. Мы можем сделать 3 штуки, но не взяли костей. Секунду. Чтобы не тратить сильно ваше время, ребята, я насобирал коры, забрал атомы, чтобы сделать бумагу. Давайте сделаем бумагу. Все это сейчас у меня складывается в этот, в корзинку. Вот, отлично, бумагу мы с вами сделали. Вот она. Забираем ее себе. Так, и теперь нам можно свитки делать. Свиток с Пашки. Костей я много с собой взять не смог. Но сколько смог. Итак, запиток, гляньте, сколько. Один свиток готов. Уникальность маленькая. Ну, это и понятно, но пока что за уникальностью гнаться смысла нет. Вообще, желательно... Знаете, что нужно было сделать? Чтобы прокачать алхимию, надо было хотя бы покушать чего-нибудь, чтобы она прокачалась. Ну, мы с вами... этого не сделали. Ну и ладно. Так. Еще осталось, а можем 3 свитка сделать. Бумага есть. Надо, значит, кости. Надо кости. Сейчас еще возьмем. Сейчас освободим очень-очень много места у себя. У нас будет очень много свободных корзин. И это будет очень круто. Потому что, если честно, я уже задолбался. Эти кости куда-то девать. Я все пытаюсь их куда-то присобачить. Они у меня постоянно вот так валяются. Вот мой косяк. Блин, вот надо было его все-таки курнуть. Давайте его так просто скурим. Чисто по приколу. Чисто по приколу. Хотя это вообще крайне не крутое использование косяка. Еще давайте кости. Видите, сколько... Когда начнете охотиться... на животных, на всякую вот эту лабуду, вы тогда поймете, почему я так говорю, потому что это реально, это самая такая ненужная тема. Из нее, что из нее можно сделать, сейчас посмотрим. Лук разведчика, не, ну это, конечно, нужно, но пока что не очень. Костяная лоза, грубая удочка, но тут костей-то почти не требуется. Сыток городского портала, пилу. Ну, это начально, да, игла тоже тут, копье, ну, не так это сильно много, и ожерелье. Ожерелье, кстати, можно будет сделать, но это все, это мало. На все требуется мало костей, а их падает очень много. Особенно, если вы идете охотиться
На монстров их будете разбирать. А ну-ка, давайте оседлаем чоппер. Жум, ух, нифига себе, скорость у него прикольно. На чоппере сейчас приедем сюда. Все. Пипец, обидно. Я думал, будет неплохо. Так, свиток с Пашки. И делаем 3. Я очень доволен, поэтому если вы отправляетесь в путешествие по миру, обязательно. Они ему все-таки прокачали даже уровень. Это круто. Алхимия, да, мы качаем. А, ну уже мы на максимум прокачали алхимию. Ну, все, значит. Смотрите, мы с вами отправились в путешествие по миру. Что мы с этого приобрели? Мы приобрели много семян, приобрели много свитков с Пашки, потому что наколупали бабочек. Потом еще мы с вами набрали семян грибов, неплохих, кстати. 15 уникальностей для начала — это неплохие семена. И сейчас мы можем очень неплохо развернуться. Гляньте, по-моему, все у нас очень красиво получается. Я доволен всеми результатами. Прям действительно доволен. А ну-ка. А вот еще у нас свитки есть. Нифига себе. С корой теперь. Так, это оно, видите, что он сделал? Короче, выкинул, типа, как мусор, дурачок. Иногда бывает такая ерунда. А куда еще кора одна делась? Куда-то еще одну кору дел. Ну и ладно. Костерок. Бывает такое, но это не критично и совершенно не страшно. А свитков реально много. И они действительно нужны. Я уже показывал. Смотрите, еще покажу еще раз. Кто не знает колдовать, глядите, сколько он может вспахать за раз этот свиток. Я их коплю. Сейчас они мне без надобности. Я имею достаточно времени, чтобы просто это разделать плугом своим, когда мне нужно. Поэтому я не предпринимаю никаких действий. Перец. А что тут у меня в семенах делает обычный перец? Я, наверное, просто тупо скинул его и все, без заморочек. Ну, давайте семена скинем, а перец заберем. Потому что он тут нафиг не нужен. Перец скинем в еду, наверное, вот сюда. И то мы не можем весь скинуть, да, только... А, не можем. Ё-моё. А, во, все, получилось, скинули. Вот так вот, друзья, теперь как бы решайте сами, что для вас выгодно. Путешествие по миру выгодно или невыгодно за грибами, как вообще, что вы об этом думаете. И я считаю, что это очень выгодно, это приносит огромную пользу. Сейчас мы можем сделать еще 4. Нет, не 4. Нам не хватает одного гриба. Блин. Ну тогда вот эти 3 мы закинем. И сделаем еще 2 шашлыка. Сейчас ветку сломаю. Шашлык грибной. Для новичков это просто манна небесная. Прокачать кулинарию. И, кстати, действительно прокачает кулинарию. 24,87 уже. Плюс вот это будет 28,29 кулинария будет. Давайте сейчас вот так, кстати, лучше не делать. Блин. Грибной шашлык. Ага. Ну, вообще, я что-то протупил. Забыл за соль. Но уже поздновато. Вечер поздний. Уже начало 12-го, поэтому я уже что-то подтупливаю, ребят. Поэтому сольки. Кстати, видите, соль вот с какой уникальностью. Вот возьмем по 8. Вот если что, вот так вообще, да, по 8 соль. Грибы. Ну, грибы тут они автоматически. Палка у нас низкая. 7. 7,4. Давайте посмотрим, что получится. Какой один? 11 получилось. И 1,6. Видите, любой материал влияет. Вот 11 даст вообще неплохо.
2 и 3. У меня самое больше было 18, но те вообще давали там офигенно. Там больше 3, там 3,86 что ли. Так, вот, поднялось. Теперь, как вообще прокачать, качнуть кулинарию? Как можно неплохо так качать ее? Сейчас я вам покажу. Обязательно собирайте мясо для этой ерунды, для прокачки. Почему для ерунды? Ну, потому что вначале придется качаться всякой действительно ерундой, еда будет говно, но другого ничего не будет. Вот это мясо, видите, у него маленькая уникальность. Вот кошатина 20, но кошатину мы не можем готовить. Либо готовить... А, вот жареная кошатина. Нет, вру. Жареная кошатина дает 62 белка и дает 25 энергии. Вот это мясо дает 20 энергии и 58 белки. То есть выгоднее есть вот эту штуку. Но она, видите, у нее очень маленькая уникальность. И надо, если вы прям заморачиваетесь, надо, конечно, искать, вот, допустим, 7. Блин. 7. 7, ну, чтобы как бы уникальность была очень хорошая, когда вы будете ее есть, чтобы у вас повышались белки. Вот есть кошатина вообще, смотрите, 27, 26. Вот ее можно попробовать тоже приготовить. Вот видите, вот 6, допустим. 58. Очень неплохая тема, плюс дает еще жиры. Вот это вот мясо. Но я, допустим, делаю упор на белки. Так, все, давайте вот это заберем. И давайте заберем самую такую высокую кошатину, которая у нас только есть. Нам нужны палки, ветки. Ветки, ветки. Откроем кулинарию. Так. Вот жареная кошатина, самый простой рецепт. И вот жареное мясо, тоже самый простой рецепт. 3 и 4. Нам нужно 7 веток. 7 веток. 4, 5. Березы очень крутая штука. Можно сразу по 5 веток срывать. Все. Даже больше сорвал на одну. Можно выкинуть, не нужно. Сейчас мы все это приготовим, прокачаем свою кулинарку. Даже открою, сейчас покажу, как она будет прокачиваться. Я люблю, кстати, смотреть, когда так прокачивается. Так, и вот так вот можно. Давайте поджигаемся и создаем. Вот гляньте, как быстро прокачивается кулинарка на кошатине. На кошатина, жареное мясо. Нам уже, в принципе, все ноль, уже можно не качать, но я все равно прокачаю. Как не прокачаю, приготовлю. Приготовлю это мясо. Теперь смотрите, 17, 13, 20, вот 9 получилось. Вот это самое уникальное, 72 дает, отлично. И кошатина тоже, которая дает вот 62, 62. Но выгоднее всего вот это мясо, потому что оно, во-первых, 20 энергии всего лишь восполняет. То есть вы его больше можете съесть, больше повысить белков в организм. И тогда уже прокачать ту же самую силу для лука, для арбалета. Я вообще хочу прокачать очень так неплохо силу, чтобы тот лук на 30 надеть. Но вместе с этим и кулинарку надо прокачивать. Потому что чем выше кулинария, тем вы сможете готовить лучшие продукты, быстрее прокачиваться. Вообще всем вначале рекомендую качаться через кулинарию, но вариантов раскачки огромное множество. Кто как хочет, так и, короче, качается. Поэтому тут уж у кого какой полет фантазии. Никому ничего запретить нельзя. Ну ладно, на этом я закончу свою серию. Всем огромное спасибо, кто посмотрел. Ставьте лайки, комментарии. Мы, кстати, уже 30 уровень. Юху-юху-юху. Всем спасибо и подписывайтесь на канал. Пока-пока.